спортшының өмірі бұл күнделікті жарыстар, жаттығулар, бірақ сонымен қатар біздің көп уақытымыз жолда өтеді. Благодаря спорту я побывала во всех регионах нашей большой страны. Дорога стала для меня вторым домом, поэтому в пути хочется, чтобы было так же комфортно и уютно, как дома. Во время тренировок или соревнований важно, чтобы спортсменов ничего не отвлекало, были созданы все условия для достижения их результатов. Точно так же важно быть уверенным в безопасности полетов, комфорте и доступности по всей стране, чтобы пассажиры благополучно достигали пункта своих назначений. Спорт көптеген адамдарды қалалар мен әртүрлі елдерді біріктіреді. Бұл қазақ елінің құндылықтарына өте жақын.